Сегодня мы готовим рулетики из куриных грудок с грибами. Для этого нам понадобится 800 грамм филе куриных грудок, грибная начинка, соус, 100 грамм твердого сыра, 1 пачка плавленного сыра, деревянные зубочистки. Для приготовления начинки нам понадобится 700 грамм замороженных шампиньонов, 1 луковица, пол чайной ложки соли, 3 столовых ложки растительного масла. Для приготовления соуса нам понадобится 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка смеси перцев, 3 зубчика чеснока, 3 чайных ложки сметаны, 200 мл 10% сливок. Нарезаем лук кубиками. Обжариваем его на растительном масле. Грибы размораживаем, отжимаем и добавляем к луку для обжарки. Периодически все перемешиваем. Солим и перемешиваем. Грибная начинка готова. Каждое филе куриных грудок разрезаем на две части. Каждый кусок мяса складываем в полиэтиленовый пакет. И хорошо отбиваем с двух сторон отбивным молотком.
На более широкую часть отбивной кладем ломтик плавленного сыра. На него выкладываем столовую ложку грибной начинки. И заворачиваем рулетом. Скрепляем зубочисткой. Готовим соус. Разбиваем одно яйцо, добавляем соль, смесь перцев, чеснок, сметану, все перемешиваем. Добавляем сливки. Все опять хорошо перемешиваем. Выкладываем все рулетики в жаропрочную форму для запекания. Добавляем оставшуюся грибную начинку. Выливаем соус. Ставим в разогретую духовку на 180 градусов на 35 минут. Натираем на крупной терке сыр. По прошествии 35 минут достаем форму с рулетиками. Вытаскиваем зубочистки, посыпаем сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут. Готовые рулетики подаем с любым гарниром. Приятного аппетита!